Всем привет! Это прогулка утренняя по городу Брайтон. И я направляюсь в сторону дворца, где раньше жил король Георг IV. Здесь какая-то пробка из автобусов двухэтажных. Раз, два, три, четыре, пять, шесть штук аж. Ого, накопилось их тут. На самом деле улочки узенькие, поэтому им приходится прям протискиваться. Слева меня магазин Кооператив Фуд. Очень хороший магазин с хорошим ассортиментом. Рекомендую. По городу очень много молодежи. Не зря он считается студенческим молодежным городом. Здесь 10% от общего населения, от числа всех жителей Брайтона составляют студенты, которые приезжают сюда учиться с разных уголков Англии. Ну и сами университеты здесь на должном, высоком уровне. Хорошее образование дают. Эй, собаки, куда ты пошел? Вау, вы посмотрите только, как оформлена вот эта входная группа в здании. Красота. Вообще очень впечатляют такие старые, старинные города. А первое письменное упоминание о городе Брайтон было в 1086 году. Это представьте, сколько город хранит в себе истории.